Взрыв прогремел в одном из заводов по производству пиротехники в Британии. 4 человека получили ранения и госпитализировали. Еще один пропал без вести. Спасатели ведут его поиски, но по данным местных СМИ, после вспышки на фабрике начался пожар. Фейерверки разрывались один за другим. Британский Стэффорд накрыли клубы дыма. К месту происшествия стянуты пожарные расчеты, полицейские и кареты скорой помощи. Причина взрыва устанавливается. Ведутся поиски пропавшего, однако, как нам стало известно, за ночь зафиксировано несколько обращений в больнице города. Возможно, этот человек самостоятельно обратился к врачу, а все остальные пострадавшие госпитализированы с незначительными травмами.